You need time for that. Вам нужно время для этого. But try not to make the last note of the sixth tone short. Но, пожалуйста, не старайтесь сделать последнюю ноту секстолии короткой. On the small note. Сделайте, пожалуйста, акцент на маленькой ноте. And then the B a little softer. И C затем немного нежнее. Yes. Yeah. I just need to tell you when you start, it's always very dangerous this first A. Что когда вы начинаете, всегда очень опасно это первый ля. Because as much as you tune with the A is a note which is flat. А потому что мы настраиваемся, но эта нота она все равно низкая. So start it with the G sharp. Начните с клапаном соль-ми-ля. It always helps you. Это всегда помогает. Я рекомендую вам и, пожалуйста, рекомендуйте это всем. Always A is an open G sharp. Всегда ля с открытым соль диезом. Which is not possible. А где это возможно? But as often as possible. Ну, как можно чаще. In both octaves. А в обеих октавах. We would just be so happy if this kind of help would be possible on all notes. И мы бы были счастливы, если бы этот вид помощи был бы на всех нотах возможен. But when it's possible, it's possible for the A sharp. Это возможно для ля диеза. Even for the C. Возможно даже для C. Но здесь уже there's no difference. Для ля бемоля уже нет никакого отличия. Good job. Хорошая шутка. So, we will just have the last chord. Нам, пожалуйста, последний аккорд. Give us with the G sharp. Because the flute is cheaper. Почему нам нужны открытые отверстия на флейте? Ну, потому что флейты дешевле. Less gold. Меньше золота. No. Нет. It's even more expensive. Это даже дороже. But for this you can really have advantage. Но вот для этой функции у вас есть плюс. When you play, for example, high A. Например, высокая нуля. And often at the end. It's difficult to keep it. Очень тяжело сохранить ее. Вам тогда надо открыть вот это отверстие. You open this hole. Вы открываете это отверстие. Yeah. But you need to practice it because it has to be so slow. Но вам надо немного позаниматься, потому что это должно быть очень медленно. Very practical. Очень практично. Another one.
Следующее. Just thinking. А, я просто думаю. For the E flat. Для ми бемоля. Also you can help. Вы тоже можете помочь. Very little, but the whole hand. А, совсем немного. Но целый рукой. You give little ventilation. У вас получается небольшая такая вентиляция. To see if that can help you. Мы сейчас посмотрим, one, поможет ли вам это. Just this fourth bar. Прям, no, but if we start with the fourth bar, you don't need it. Третий так, пожалуйста. Yes, yes, yes. Take a breath. Ну, мне кажется, немноговато. Продолжаем. If you need a breath somewhere. First time and then good composer doesn't write it the second time. И должно быть, ну, хороший композитор, он просто не написал во второй раз. Perhaps it's only the editor, I don't know. Или, возможно, это просто издатель. Всегда одно и то же. Yes.
даже медленнее. Опять же, верхние две. Thank you.
Use the C sharp. Используйте клапан Я предпочитаю, но здесь, конечно, не написано. Для гармонии вторую октаву. Это лучше строить. And you have to go immediately. И вам надо продолжать сразу. So don't give public possibility to clap. Чтобы не дать публике возможность зааплодировать. Before you start, all the small notes also here, try to play them on the beat. И опять же, пока вы не начали все маленькие ноты играть здесь на долю. Starting with your tongue. Начните их с языка. Thank you.
возможно, вам не надо дышать. Thank you.
когда вы играете до конца, последняя нота не важна. Fast, slow. Very fast. Very slow. Slow. Классический. Классический.